Кургане 70-летняя женщина умерла после нескольких месяцев неправильного лечения. В феврале этого года она обратилась к врачу с болями. Врач назначил лечение, но за 3 месяца боли не прошли, а только усилились. В конце мая женщину направили к онкологу, чтобы поставить диагноз. В скором времени пациентка скончалась. Ведется расследование по уголовному делу.